21 июля губернатором подписано постановление правительства Ивановской области о регламенте открытия и деятельности загородных баз отдыха. Мы тоже приняли свое решение открыть даже на одну смену нашу базу отдыха «Радуга». И сейчас мы готовимся к ее открытию. По новому регламенту установлены очень жесткие и строгие условия работы лагеря. Мы сейчас пытаемся соответствовать всех их требованиям. У нас работает приемочная комиссия, работают надзорные органы по приемке лагеря. Смена должна открыться, мы планируем, 27 июля. По действующему регламенту в лагерь заедет лишь 50% детей. Мы принимаем 140 детей. 130 человек – это дети нашего города и 10 детей из Книжевского муниципального района. Хочу отметить, что в лагере будут соблюдаться строгие нормы и всех требований по безопасности и по здоровью детей. Будет организована двухразовая термометрия. При посадке в автобусы тоже будет проводиться термометрия. У всех наших работников и даже у водителей автобусов, которые будут перевозить наших детей, есть наличие справки об отсутствии заболеваний. Поэтому мы стараемся в этих жестких условиях добиться полного исполнения действующего регламента. Хочу отметить, что в течение всей смены 21 день и дети, и сотрудники будут безвыездно находиться на территории лагеря. Обращаю внимание родителей, что в эту смену отменены дни посещения родителей. Встреч родителей с детьми, к сожалению, допустить мы не сможем. Поэтому, уважаемые родители, настройте своих детей на пребывание в нашем лагере вместе с воспитателями. Конечно, если ребеночку захочется вернуться домой, мы его отпустим, но обратно уже не возьмем. Я хочу всем нашим детям пожелать хорошего отдыха, веселого настроения. И мы вас ждем в нашем лагере.